Вот так это выглядит. Больше никакой упаковки. Ну, в принципе, дошло все благополучно. Значит, суть этих очков в том, чтобы в зависимости от необходимости поставить свое диоптрия бывает тут разный. Вот это, не знаю в какую сторону, скорее всего. Опа. Защелкнуть, наверное, скорее всего надо. Но боюсь, что сломаю. Опа, защелкнулось. Здесь же есть тряпочка для протирки очков. Я только что зашел с холода, и очки запотевают. Не знаю, наверное, будет сейчас постоянно запотевать. Значит, как бы вам показать, суть в том, что я на каком-то расстоянии. Вот сейчас я поставил, и мне хорошо видно на расстоянии где-то 10 сантиметров. Фокусируется. Могу попробовать другую диоптрию. Значит, на голове. На голове одевается плотно, упирается здесь хорошо, упирается в окно. В принципе, удобно. Я бы сказал, что это удобнее очки. Что еще необходимо? Можно, значит, можно менять расстояние до вот этот фокус, расстояние от глаз можно менять туда-сюда. Также здесь есть свет. Честно говоря, еще не нашел, как его включить. Возможно, это и есть включатель. Батарейка ставится откуда-то отсюда. Вот отсюда три микропальчиковые батарейки вставляются. В комплекте батареек нет. Ну и тогда вот это, скорее всего, включение выключение подсветки. Значит, просто вытаскивается и другое стекло вставляется. Здесь я уже смотрю на расстоянии сейчас где-то около 13 сантиметров. Если перевести дальше, вот такое расстояние. Если так, то, наверное, еще больше. Значит, суть в чем? Вот, во-первых, я могу ставить под углом, а во-вторых, расстояние от глаза я могу переставлять дальше, и тогда фокусировка увеличивается, и нужно ближе подводить глаза, с более близкого расстояния смотреть. Если же я подвожу ближе, то я с большего расстояния смотрю, и с большего расстояния до объекта, и увеличивается
увеличение. Ну, в принципе, в комплекте есть еще вот такая застежка наверх, для того, чтобы не разобрался, куда ее подцеплять. Ну, потом разберусь. И есть инструкция, где написано о том, что есть линзы на кратность, не знаю, как это, 1, 1,5, 2, 2,5 и 3,5 раза. Не понимаю, что такое кратность 1, потому что кратность 1 это, ну, как есть, так и есть. Инструкция здесь на китайском, такая же на английском, но в принципе думаю, что все и так ясно. Единственное, что я так и не увидел, куда цеплять ремешок. Цеплять ремешок, я так понял, что, смотрите, тут ситуация какая. Видимо, вместо ручек можно сюда подцепить ремешок, и тогда оно будет не съемное, а постоянно подтягиваться, чтобы не спадало. Можно ставить дужки, а можно поставить, это не вверх такая подставка стоит, а вместо дужек. Ну, а все остальное, в принципе, меня устраивает. Я занимаюсь ремонтом бытовой техники, ремонтом телефонов, для того, чтобы увеличить и просматривать. Очень неплохой девайс. Стоит он что-то около 12 долларов. Я заказывал на сайте Wish. Ну, такое же можно там на AliExpress заказать. Пришло и шло долго, больше месяца, но пришло, и в принципе как бы все в таком приятном, приличном состоянии. Рекомендую к покупке. Думаю, что если вот так это выглядит спереди, сейчас попробую показать, если меня будет видно. Сейчас я посмотрю, видно ли меня. Наверное, вот так. Вот так это выглядит сбоку. Так это выглядит спереди. Рекомендую к покупке. Смотрите другие мои видео. Вообще, канал о ремонте бытовой техники. Как раз вот такие вещи я могу просматривать. Посмотрите, как оно выглядит так и как оно выглядит вот так. Вот такая разница. Я взял специально наполовину. Вот для этой причины, собственно, и нужны очки. Разница, диоптрия разная, поэтому есть большее увеличение, меньшее увеличение, оно регулируется. Ну, я поставил как раз самое большое. Не, это не самое большое, вот самое большое увеличение. Ну и вот. При самом большом увеличении вы сможете увидеть вот приблизительно вот такую разницу между увеличенным и неувеличенным изображением. А там делайте, сейчас расстояние приблизительно около 15 сантиметров до этой платы. Ну и вот такая разница. К покупке рекомендую. Подписывайтесь на канал.
и как ремонтировать бытовую технику разную, сложную электронику. Все это увидите на моем канале. Увидимся.